И всем привет! С вами Александр Навасов, и эта часть будет короткая, поэтому я ничего такого рассказывать не буду. Просто я сейчас отдаю нож, бабочку, мраморный градиент за просто так челику по имени Азугор, и посмотрим на его реакцию. У меня в этом инвентаре ничего нет, кроме ножа бабочки и перчаток гидра, изумруд, и как-то все. Ладно, окей, выбираем. Кладем, конечно же, и сейчас отправляем. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите про это друзьям, то, что я просто так отдаю скины. И вы можете поучаствовать в этом, вы можете просто так получать скины, ножи, перчатки, всякие крутые скинчики за просто так. Вы понимаете, просто приглашайте друзей на канал. И когда нас будет много подписчиков, много зрителей на стримах, тогда я обязательно сделаю какой-то глобальный крутой розыгрыш. Ну а сейчас пользуйтесь тем, что есть. Я разыгрываю разные скины. Поэтому все. Принимаем обмен. И все. И просто берем и нажимаем предложить обмен. Просто отправляем ему ножик и смотрим его реакцию. Go. Итак, теперь смотрим его инвентарь. Все, я все отправил, все подтвердил. Нажимаем инвентарь. Смотрим. Прямо с завода. Нож, бабочка, мраморный градиент. Так. Здесь у него есть всякие ширпотребные скины. Всякие разные ширпотребные скины. Ну а если ты захотел перчатки, а именно перчатки гидра изумруд, то все, что тебе надо сделать, это просто быть подписанным на канал и поставить лайк. Как только на этом видеоролике набирается 100 лайков, то я выберу рандомного победителя, и это, возможно, будешь ты. Поэтому подпишись на канал, позови друзей и выигрывай.